Всем-всем здравствуйте! Вы на канале Татьяна Мертоглу «Турецкие узоры». Сегодня я к вам пришла вот с такими вот тапочками. Одна пара мужская, одна женская. Женская, к сожалению, вторые еще вяжутся, поэтому только один тапочек показываю. Значит, я сделала два видео, делаю два видео. В первом буду вязать мужские, полностью тунисским вязанием. Подошва, весь тапочек полностью тунисским вязанием. А второе видео у меня будут женские. Они связаны спицами, вперед тоже спицами. Боковушки подошвы я буду вязать в две ниточки, вперед в одну ниточку. Значит, вот так вот. Но сначала буду говорить об этих, потому что сегодняшнее видео будем вязать мужские тапочки. Такую вот сладкую парочку вот сделала. На 41 размер они у меня вышли, ну 41-42. Значит, что мне нужно? Буду вязать их крючком номер 3 в этот раз. Вот у меня три цвета ниточек. Белый, голубой, синий. Это 100% акрил, нитки турецкие. Ну, вот такая марка, не очень известная. В 100 граммах 225 метров в этот раз. Вот как-то так. Ну что, начнем сразу. Сейчас, значит, схему приготовлю вам сразу. Оба тапочка будут вязаться по одинаковой схеме, только разные цвета. Вот здесь можно вот пришить две пуговички, можно будет не пришивать пуговички. Это как уже хотите, по ходу дела. Вот так вот. Все, ничего больше нету. Крючок, нитки и ваше желание. Приступим. Схема. Заскриншотим, остановим видео, переснимем. Начинаем вязать мысок. Значит, еще раз. Вот по этой схеме я буду вязать мысок. Крючок номер 3. Наберу цепочку из 20 петель. Так, теперь в каждый первый ряд, я его потом засчитывать не буду, вытягиваем петельку, провяжем начальный ряд, по одной петельке идем до конца. Добавки буду делать со следующего ряда. В начале и в конце мыска буду делать по одной добавке. Ну, все по ходу вязания. Наборный и вот начальный первый ряд я провяжу темно-синим цветом. Довяжем до конца, возвращаемся обратно. Так, вот последние две, одна, и вот последнюю вводим крючок, захватили, возвращаюсь сразу по две петельки, захватываю ниточку и протягиваю через две петельки, вот так вот, захватили и по две возвращаюсь, так по две петельки идем в начало ряда. Начинаем вязать узор. Первая петля на спице синим цветом, вторую провяжем синим цветом. Теперь вот между петельками есть такая протяжка, я добавки буду делать из этой протяжки. Следующие две петельки провяжу голубым цветом, одну провяжу добавочную голубым, одну обычную. Протянула сюда и вот рядышком вторую голубым. Все, дальше две синим. Раз, два, две голубым, две синим. И так будем чередовать до конца ряда. В конце, опять же, из протяжки сделаем добавочную одну петельку. Две синим, две голубым, две синим. Так идем до конца ряда. Дошли до конца ряда. Одна голубым и одна голубым из протяжки. Вот. И последние две петли провяжу темно-синим цветом. Последнюю петельку под крайние две дужки я подхватываю.
захватила, и также по 2 петельки возвращаюсь обратно. Синий над синим, голубой над голубым. Второй ряд узора у меня на спице 22 петли. Провяжем все по рисунку, без добавок, синий над синим, голубый над голубым. Провяжем до конца, вернемся обратно. Немножко закручивается, но сейчас развяжется, будет полегче. Вяжем так до конца, возвращаемся. Третий ряд узора. Первая кромочная на спице сняли. Вторая голубым цветом. И из протяжки сделаем еще одну добавочную голубым. Далее вводим белый цвет, 2 петельки белым цветом. Дальше будем чередовать 2 голубых, 2 белых. Над голубым провяжем 2 петли белым цветом. Дальше 2 голубым. Две белым, 2 голубым, 2 белым, 2 голубым. Так, вяжем до конца ряда. Дошли в конец ряда. Вот, подняла протяжку. Протянула из нее одну голубую. И еще одну голубую. И последняя петелька под две дужки. Вытянули. Захватываем ниточку. По 2 петельки возвращаюсь обратно. Это был третий ряд у нас. 24 петли у меня. Белый над белым, голубой над голубым. Идем в начало ряда. Вяжем. Четвертый ряд узора будем вязать без добавок по рисунку. Первая, сняли первую на спице. Дальше что у нас? 2 голубым, 2 белым, 2 голубым, 2 белым. Так провяжем до конца ряда и вернемся в начало ряда. Две голубым, 2 белым. Это четвертый ряд без добавок. Все, вяжем по рисунку. Вот так вот. Пятый ряд узора. Дальше я буду чередовать. Опять буду вязать так, как первый. Темно-синий, голубой, темно-синий, голубой. Два ряда провяжу темно-синий, голубой. И опять буду делать голубой, белый, голубой, белый. И по мере... сколько вам нужно будет еще добавить петелек, будем расширять его. Я расширю, я набрала 20 петель, расширю до 32. В ширину у меня будет 32 петельки. Сейчас я вам это все дело замерю в сантиметрах сразу. Вот смотрите, мысок у меня начало был 6 сантиметров. Высота мыска, узор сам клеточки 10. Провяжу клеточек 10 сантиметров, ну,
а потом до этого места, когда дойдем, клеточки провяжем, еще 2, всего будет 12, да? 12. Вот высота самого узора у меня 10 сантиметров. Потом еще однотонным цветом буду провязывать. Ну, до того места дойду. Значит, а здесь ширину, сколько я сказала, 32 петельки у меня, крючок номер 3. И ширина у меня получилась 12 сантиметров. Это у меня 41-42 размер мужской. Ну вот, на обычную ногу мужскую, так скажу, подошло это все. Вы, опять же, какая у вас полнота ноги. Обычная нога, может быть, широкая нога. Поэтому, ну, ширина 12, как по мне, это будет нормально. Значит, что мы сейчас сделаем? Будем вязать дальше, чередовать наши клеточки, добавлять петельки с каждой стороны. Так, пятый ряд, как я тут их буду добавлять? Сейчас, что я здесь делаю? В пятом ряду одна кромочная. Так, немножечко сдвинем. Потом мы будем обвязывать, здесь у нас все перекроется. Я сделаю такой тамбурный шов. Обвяжется крючком, поэтому если будут какие-то неувязки, мы их закроем швом. Так, 2 петельки, 1 на спице, 1 голубая. Из протяжки сделаю 1 темно-синюю. И еще 1 темно-синюю. Дальше что у нас? Повторяется нижний ряд. 2 голубых. 2 голубых. 2 темно-синих. 2 голубых, 2 темно-синих. Так идем до конца ряда. В конце ряда сделаем 1 добавку. И будем чередовать. Все. Узор простенький тут. Никаких сложностей нет. Вяжем так до конца. Это был пятый ряд. Довязываем ряд до конца. 2 голубых, 1 синяя. 1 синяя сделаю из протяжки, ее добавлю. И последних 2 голубым цветом. 1 провязали. 1 крайняя за 2 дужки. Раз. Вторая дужка. Захватили. Все, по 2 петельки возвращаемся обратно. Так, пятый ряд довяжем до конца, вернемся в начало ряда. Следующий, шестой ряд, провяжем точно так же по рисунку, без добавок. Голубые над голубым, синие над синим. Шестой ряд по узору провяжем. Все, вяжем. Вот так вот у нас уже вырисовывается. Седьмой ряд узора. Первая на спице, сняли ее. Одну петельку провяжем белым. Одну добавочную сделаю из протяжки. Две белым. Дальше две голубым. Вяжем нижний ряд, через ряд, который был. Две голубым, две белым, чередуем до конца ряда. Две белым, две голубым. Так идем до конца ряда. В конце ряда сделаем добавку из протяжки. Вяжем. Перешли в конец ряда. Из протяжки делаем 1 белую добавку. 1 белую провяжем. И последнюю под 2 дужки. Раз. Два. Все, возвращаемся в начало ряда. Это был седьмой ряд. Восьмой ряд провяжем по узору, по рисунку. Белый над белым, голубой над голубым. Добавки в восьмом ряду делать я не буду. Возвращаемся в начало ряда. Сейчас еще провяжу пару рядов, а дальше будем чередовать. Один нижний, верхний, нижний, верхний. Девятый ряд узора.
Я его буду вязать без добавок. У меня 28 петель на спице. Всего у меня будет 32. Осталось у меня 2 раза сделать по 2 добавки в каждом ряду. Я их провяжу через пару рядов. Не через ряд, а через 2 ряда. Значит, что мы теперь делаем? Опять у нас повтор. Синий, голубой, синий. Здесь будет синий, значит, первые 2 голубым. Это 9 ряд, первые 2 голубым. У вас, конечно же, цвета могут быть другие. Так, сейчас. 2 голубым, 2 синим. 2 голубым, 2 синим. Так, дойдем до конца ряда. 10 ряд провяжем по узору. Потом опять сменим на белый, голубой, белый, голубой. И так будем чередовать. Всего я провяжу 12 кубиков в высоту. Ой, куда-то я залезла. Заговорилась. 2 синих, 2 голубых. Вот смотрим на ряд ниже и вяжем его. 2 синих. 2 голубых, 2 синих, 2 голубых. Так, 9 ряд, довязываем его до конца. Точно так же провяжем 10, как я уже сказала. И дальше идем, вяжем мысок по узору, так как мы вязали с самого начала. Повторяем. Все, сейчас провяжу, закончу клеточки. К вам вернусь, будем, покажу, что я делала дальше. Однотонным цветом вязала. Так, девочки, вяжем наш мысок. Закончила я, заканчиваю вязать мысок. Провязала всего 32 ряда. Последние 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов провязала однотонным цветом. Теперь что я буду делать дальше? Значит, теперь будем делать отворотик. Вот этот вот отворотик. Немножечко его сократим, убавим. Всего у меня от начала и до конца будет 40-41 ряд. Что-то так вот надо точно посмотреть. Ну, это 40-41 не столь важно. Значит, что я сделаю? Первые 2 петельки провяжу вместе. Первая на спице. Первая и вторая провяжу вместе. Все. И также сделаю в конце ряда. Довяжу до конца. Закрою 2 петельки, потом провяжу 2 ряда без сокращений. И дальше опять буду по 2 петельки сокращать, пока у меня в конце, вот здесь вот, не останется 26 петель я оставила. Ну, опять же, можете вообще ровно его провязать, парочку петелек только сократить, это по желанию. Я вот так вот его закруглила немножечко, уголочек. Поэтому я клеточкой до конца не вязала, чтобы не было сильно толстая. Он же у нас будет двойной, получается, отворачиваться. Поэтому здесь провяжу одним цветом, однотонным. Вяжем до конца. Дошла до конца. И точно так же 2 петельки провяжу вместе. И последнюю, как всегда, по 2 дужки. Все, возвращаемся обратно. Я сейчас здесь сразу поставлю маркер. Для чего? Эта часть у нас будет перегиб здесь идти, чтобы потом, когда буду обвязывать и тому подобное, не ошибиться. И также серединку, чтобы не считать потом. Теперь вяжем дальше однотонным цветом. Может, хотите, вот, допустим, отворотик побольше чуть-чуть сделать или наоборот поменьше, это уже дело вкуса. Я потом еще эти пуговички сюда дошью, сейчас не стала пришивать, чтобы показывать можно было. Вот так вот сократим его, вяжем 40-42 ряда полностью высоту. Ну, это при моем метраже пряжи. Так вот получается.
вместе с отворотом. Так, все довязали до конца. Следующие пару рядков провяжу без сокращения, а потом уже вот, смотрите, вот уголочек сократила, два ряда без сокращений, а потом по одной через ряд убавила, закруглила постепенно так вот. Провяжем вот эту вот часть, отворотик наш, я к вам вернусь. Заканчиваю вязать отворот нашего мыска. Последний ряд закрою петли. Одну протягиваем петельку и протягиваем еще через одну. Закроем последний ряд. И последнюю под две дужки. Так, что дальше делаю? Сколько у меня всего получился? Сейчас по длине 16 сантиметров. Ну, вот так отвернется, вот так вот. Так, дальше крючок у меня какой следующий взяла? Двойка, 1,75. Теперь весь мысок, вот начиная отсюда, по всему кругу, я обвяжу столбиками без накидов. Обычным способом. Под каждые две дужки. Так вот. Обвязываем весь мысок крючком. Ой, убежала. Провяжем, вернемся в начало, я к вам вернусь. Заканчиваем обвязывать мысок. Последние петельки закроем, ниточку обрежу я. Так, вот она последняя. Соединила. Так мы спрячем потом. Так, что у нас получилось? Вот перегнем. Это все можно отмочить, чтобы было ровненько. Теперь вот где мы начинали самый первый ряд, одну петельку сокращали. Что я теперь сделаю сейчас? А, еще вот что. Сзади, ну, тут у нас ниточек много нету. Ниточки попрячем. Можете завязать узелок, можете не завязывать. Я просто под нитками прячу. Вот так протягиваю, протягиваю вверх-вниз. Так, попрячем ниточки. Вот запутать, запутать. Пообрезаем все. Здесь вот внизу две, вверху две. Значит, что мы теперь делаем? Раз, два, три, четыре, пять. Это у нас был шестой ряд. Вот я его отмечала. Я проложу здесь шов. Вот по всему мыску проложу шов. Ну, так и крепче, и как вроде бы более красивше получается.
Сейчас я немножко тут провяжу. Вот, ввожу, хватаю, захватываю ниточку и протягиваю. Так дойду с этой стороны, то же самое, шестого ряда, где мы первую петельку сокращали. Шов проложу до шестого ряда и вернусь обратно, начну вязать боковушки столбиками без накидов. Захватила, протянула. Захватила. Вот так, шов такой проложу. Кто не хочет заморачиваться, можете этого не делать. А просто дальше продолжать вязать боковые части крючком. Вот смотрите, сейчас я вам уже потом видите. Вот этот шов, вот я его проложу. Дойду сюда до конца. Вот он, шов этот проложенный. Развернемся и будем продолжать обвязывать боковую сторону столбиками без накидов. Я, как уже говорила, два цвета ниток взяла, боялась, что мне ниток не хватит, потому что размер большой, это то низкое вязание, ниток могло пойти больше. Значит, сколько я здесь провяжу? 2,5 сантиметра. Вот сколько у вас там рядочков получится. Боковую сторону проложим шов и обратно вернемся крючком и провяжем 2,5 сантиметра вот этот вот рантик боковую сторону. Можете, как я уже сказала, можете шов не делать, а просто сразу обвяжем, будем продолжать вязать крючком столбиками без накидов вот эту вот боковушку. Давайте вяжем. Заканчиваю я свой шов. Немножечко еще покажу. Вот проложила шов. Дохожу до 1, 2, 3, 4, 5, 6, там, где я начинала делать отворот, первый ряд сокращения. И там я развернусь, пойду обратно вязать крючком. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот. Развернулась. И все, теперь первый ряд подхватываю и возвращаюсь обратно столбиками без накидов. Обычная обвязка крючком. Самое простое. Тапочки мужские, поэтому боковушки решила обвязать столбиками, чтобы попрочнее было крючком, то есть. Ну, можно и на спицы набрать, конечно, обвязать, кто как хочет. Все, и так идем до конца, разворачиваемся и провяжем 2,5 сантиметра где-то высоту. Опять же, если полнота ноги большая, можно и 3 сантиметра провязать. Все понятно, да? Доходим до конца, возвращаемся и опять делаем обвязку крючком. Провяжем нужную высоту, встретимся. Закончила я вязать боковую часть. Я немножечко ошиблась, я 2,5-3 сказала, но да, в принципе, я провязала 3 сантиметра. Не досчитала последний голубой ряд. Я нитку другую вставляю. Сейчас довяжу, посмотрю, сколько у меня будет расход. Тогда вам точно скажу, сколько ниток у меня ушло. Теперь что делаем дальше? Находим серединку. Да, вот она сразу у нас идет, серединка. Я подошву начну вязать на 16 петлях. А потом добавлю еще 2. Будет 18. И до конца, вот до отсюда, буду вязать на 18 петлях подошву. Сейчас что мы сделаем? Провяжем мысок подошву. Так, от серединки в каждую сторону отложила по 8 петель. Набираем петли. Под 2 дужки вытягиваю петельку. 2. Хвостик сразу заплетаю.
3. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13, 14, 15, 16. Возвращаюсь обратно. Вытянула, чтобы не убежал хвостик по длине. Ввожу по две дужки. Закрываю обычным старинным способом подошву. Вытягиваю петельку. И идем до конца. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Вяжем так до конца ряда. Последняя, 16-я петелька. Поднимаю за одну дужку. Сразу ввожу вот в боковую дужку следующую. Захватываю и протягиваю ниточку. Я так закрываю. Есть несколько других способов, но я закрываю все время так. Опять захватываю и по 2 петельки возвращаюсь. Возвращаемся в начало ряда. Оттянули. Вот следующую петельку боковую вводим в спицу и протягиваем через нее ниточку, петельку. За вот эту петельку не берем. Вот первая петля у нас идет. Вяжем подошву. 2, 3, 4. Так идем до конца ряда. 15. Последняя петелька. Поднимаю вот ее за одну дужку. И следующие по 2 дужки провожу. Захватываю, подтянула, захватила, возвращаюсь по 2 петельки в начало ряда. Сейчас добавлю по 1 петельке, немножко расширю, 18 петель сделаю. Крючок номер 3, как я уже говорила. Пришла в начало ряда. Опять захватили петельку, вытянули ее, подтянули это все дело. Первую провяжу, из протяжки одну добавлю. Можно накид сделать, можно из протяжки, как хотите. Все, дальше вяжем обычными петельками. Также добавлю одну петельку в конце ряда.
звук не пропал, это я молчу. Так, вот у нас 1-2 осталось. Из протяжки добавлю одну петельку. Все, больше добавлять не буду. На 18 петлях продолжу вязать подошву. Подтянула. Захватили. Возвращаемся. Все, довяжем подошву. Закончим все вот эти вот петельки. Когда наберете петли, посчитайте вот эти вот цепочки, вот эти вот маленькие звенья, чтобы у вас было количество одинаковое, чтобы подошва вот у нее перекосила. Все, вот вырисовывается уже наша подошва. Сейчас она соберется вся в кучку, немножко растянута выглядит. Но я вяжу туго, поэтому все станет на место. Все. И точно так же, как мы вязали предыдущие ряды, вяжем вот накид, не пропустите добавку нашу, которую мы делали, не потеряйте его в начале ряда. Все, поехали, вяжем подошву. Закончила я вязать подошву по мыску, 18 петель у меня посередине, как я говорила. Теперь с каждой боковой стороны я наберу по 16 петель, всего у меня будет 50 петель. Я использую два цвета. Почему? Один тапочек получился у меня 65 грамм, сейчас я это взвесила, вот как раз сколько это получается, где-то почти 130 грамм, да? Вот 65-65, ну да, 130. Совсем чуть-чуть не хватило, поэтому пришлось два цвета мне использовать. Если у вас есть два одинаковых мотка, конечно, можете одним цветом вязать и подошву, и боковую сторону. Вот так вот. Это на 41, ну, в натяжку на 42. Вот, 1,65 грамм. Так что считайте. Теперь вот боковушечки наберу, как обычно, под двумя дужками протягиваю петельку. Я вяжу туго, поэтому пока здесь полотно развяжется, буду использовать два крючка, потому что один я просто не могу его развернуть. Если вы вяжете мягко, то это все можно развернуть, на один крючок набрать. Значит, вот наберу с боковой стороны, а потом, вот смотрите, вот у нас вот этот вот ряд идет, вот он вот здесь вот продолжается. Вот такие, как изнаночные петельки. Вот пока под каждой я буду вытягивать петельку. По изнаночной стороне, под этим рядом, вот под каждой вытяну петельку, чтобы всего было у меня 16. Где она тут? 1. И обратно вернусь обычным тунисским вязанием. Точно так же наберу с другой стороны. Подхватываем. Все, набираем здесь петельки. Вот она идет ряд у нас, чтобы он ровненько продолжался. Набираем петли. Вот развернете, посмотрите. Вот этот вот ряд идет, 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 идет. И вот тут он сюда продолжается. Наберем 16 петель. Набрали 16 петель. И обычным способом возвращаемся обратно. По 2 петельки захватываю. Аккуратненько тут, чтобы не пососкакивали. Также наберем на противоположной стороне. И сейчас будем вязать нужную нам длину подошвы до 5, 26, 27, кому какой размер нужен. Значит, на 41
Да, 26,5 идет, но учитывая то, что тапочки все равно будут растягиваться, 25,5-26 достаточно будет. Все, вяжем это до конца. Набираем также на противоположной стороне петли. Сейчас я подключу еще одну синюю ниточку. Буду вязать с 3 клубков. Синим буду вязать, если кто-то будет вязать из 2 цветов, боковушки буду вязать темно-синим, а серединку до пятой пройду светло-синим. Ну и здесь немножечко сокращу. Все, возвращаемся, вяжем. Начинаю набирать петли с правой стороны. Это какая? Левая. Но если так смотреть, то это будет правая, да? Я наберу на спицу, а потом их начну вязать крючком со спицы. Так будет легче. Опять же, набираю 16 петель. Так, и также вот смотрите, как у нас идет здесь шов. Не шов, а ряд. Вот он продолжается, вот они. Под каждую подхватим и наберем нужное количество петель. Если хотите тапочки сделать немножечко повыше, можно не 50, а 52 набрать. Если у вас размер будет побольше, например. Это я сразу говорю, чтобы количество петель потом не спрашивали. Вот она идет строчка, рядочек. Так, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Захватили, вытянули, на спицу одели петельку. Тринадцать. Так, добираем так до конца. 14. Пятнадцать. И вот последняя. Шестнадцатая. Все. Теперь что дальше делаем? Крючком. Тунисский крючок. Первую снимаю. Все, пошли дальше вязать. И возвращаемся к обычным вязаниям. Как вязали подошву, так и будем продолжать дальше. Все, петелечки набрали. Будем сейчас вязать до начала пяты. Нужную длину довяжем до начала пятки. Я к вам вернусь. Там я закрою петли. Хотя можно не закрывать, но я закрою. Вот все. Тут сейчас поменяю ниточку. Так, что у меня здесь? Я тут срезала 2, 2. Сейчас я одну срежу. Дальше пойду вязать голубой. Все, дальше вяжем тунисским вязанием. Дойдем до пятой и встретимся. Значит, что еще хотела сказать еще раз. Я этот тапочек померила на размер 41, и он сидел свободно. Значит, сейчас чуть-чуть подтянула. 25 сантиметров у меня подошва. Ну, чуть-чуть с половинкой.
Сидел он свободно. Поэтому по моему метражу вот так вот. Но опять же, мерите подушку, какая вам нужна. На сантиметр полтора меньше от размера я вяжу подошву. Вот так вот. Значит, что сейчас делаем? Вяжем до пяточки. Провязала я нужную длину подошвы мне. Дошла до пяточки. Значит, у меня всего 50 петель. Средние 12 я возьму, отделила для пятки. По бокам по 19. Последний ряд я закрою петли. Закрою петли до конца, обрежу нить и начну вязать пятку. Обычным способом, как мы в тунисском вязании, закрываем петли. Захватили и протянули. Захватили и протянули. Закроем так до конца. Закрываем петли. Закрыла я все петли. Теперь буду вязать пятую. Что я тут буду делать? Вот у нас тут две дужки проходят по краям. Косичка такая. Я буду подхватывать первую дужку. Не с краю, а вот с задней стороны. То есть от края вторая. Не первая, а вторая вот дужка. Я за нее буду подхватывать. За одну дужку буду вязать в этот раз. Протянула петельку. И теперь набираю петли. Под дужку провела. Вот так вот. Каждую дужку так, и последние две сейчас мы это снимем. Так, одна, вот 12-я, я ее провяжу, набрала, возвращаюсь обратно, а со второго ряда буду провязывать уже с боковой стороной соединять. Возвращаюсь с начала ряда. Первые. И боковые стороны буду тоже вот под самую первую дужку. Эта дужка остается у меня на улице с внешней стороны. Первая остается вот за заднюю подхватываю. Вместе провязали, протянули ее. Все, дальше идем, как обычно, в конец ряда, вяжем. Вяжем так до конца. Дошли до последнюю петельку. Вот подняла. За заднюю дужку подняла. И протянула ее. Вот подтянули. Все, возвращаюсь сначала. Если мы здесь подхватывали под две дужки, то здесь я буду за одну, за заднюю только брать. Так как мы закрыли, ну, можно и под две проводить, я просто, чтобы не было сильно плотно. Вот, протянули. Все, так закрываем подошву до последней петельки. Сейчас еще последнюю закрою. На этом
Мой краткий МК подойдет к концу. Провяжем пятку, закроем петли. Тапочек я ввязала крючком два раза, обычными столбиками без накидов. И один раз прошла швом. Ну, сейчас пятку закрою, покажу. Для тех, кто владеет крючком, это будет несложно. Вот последнюю петельку подняла. Вот две дужки. Вот они, две дужки. Мы за заднюю. Я за заднюю. Вот. Провела крючок, захватила. Провела, захватила. Через первую протянула, подтянула. Все, захватываю и иду дальше. Также делаем и в конце. Все, девочки, вяжем до конца. Смотрите, вот так она выглядит, получается. Вот у нас одна дужка осталась на улице. Вот здесь она проходит, вот она осталась. Даже если с пяточкой потом будут какие-то проблемы, это кусочек распустился, а сам задник у нас получился, ой, сама подошва у нас получилась, петли закрытые, закрытые. Только саму пятку можно распустить и переделать, если что. Ну, потом обвяжу. Значит, что сейчас делаем? Довяжем пяточку до конца. Закрыла я пятку. Что теперь? Теперь обвяжем весь тапочек по кругу. Можно обвязать пару раз крючком, а можно вот просто собрать его, шов проложим. Вот под первым наборным крайним рядом проложим шов. Можно двойной даже ниткой проложить шов, чтобы уплотнить вот этот вот край. Вот я тут вот прикрепила ниточку с изнанки и под двумя дужками вытягиваю. Вот так проложу. Будет крепче. В общем, отсюда начну и здесь закончу. И потом вот здесь вот где-нибудь пониже закрепим, подтянем ниточку. Все, вот так вот можно шов проложить. И будет хорошо. Сейчас немножко провяжу, чтобы было видно, на что-то получится, на что-то будет похоже. Можно опять же косичку какую-то провязать. Ну, в общем, как хотите. Это самое простое, вот как закончить тапочек. Вот смотрите, вот так он собирается, вот этот вот краешек. Получается такой уплотненный. Так, закончим его до конца. Вот такой вот. Ой, у меня манекена даже не хватило на этот размер. Я его подвинула сюда, чтобы как-то это можно было все показать. Сейчас пойдем примерять. Покажу, как он еще на ноге смотрится. В общем, обвязываем до конца. На этом все сегодня. Пойду я довязывать женские тапочки. Такие же в клеточку. Это будет во втором видео. До новых встреч. Всем спасибо за просмотры.